В Магаданской областной думе обсудили результаты модернизации первичного звена здравоохранения Колымы. Реализация предусмотрена на 2021-2025 годы. Цель программы – обеспечение доступности и качества медицинской помощи в поселках и небольших городах. Стоимость программы мероприятий на 5 лет составила 2,3 миллиарда рублей. В модернизации участвует городская поликлиника, областная детская и 8 районных больниц, а также женская консультация и скорая помощь. Мероприятия, предусмотренные программой модернизации первичного звена здравоохранения, реализуются по четырем направлениям. Это укрепление материально-технической базы медицинских организаций, это оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием, оснащение медицинских организаций, участвующих в программе модернизации первичного звена автотранспортом, и обеспечение медицинских организаций кадрами. Для укрепления материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в субъекте, запланировано создание 3 новых объектов. Это больница в городе Сумани и 2 фельдшерско-акушерских пункта в селах Ямск и Верхний Парень. В 2021 году начался капитальный ремонт 9 объектов. В этом же году завершаются работы по детской областной больнице и поликлинике номер 2 по улице Берзина. Также гаражи медицинских организаций пополняются автомобилями. Так, приобрести планируют 46 единиц. Кроме того, в больнице поступит новая техника – аппарат УЗИ, рентген и другое.